Приветствую вас, друзья. Сегодня поговорим о том, почему мы испытываем тревогу и как с ней бороться. Ежедневно нам приходится решать множество вопросов. Мы все время находимся в неопределенности. Как заработать деньги? Чем помочь семье? Как на нас повлияют события в мире? Такое подвешенное состояние часто приводит к тревоге. А если не уметь с ним справляться, то стресс может стать хроническим. Для начала важно принять. Контролировать тревогу умом нельзя. Тревога — как головная боль. Если вы будете думать, скорее бы прошла голова, и уделять этому слишком много внимания, вероятно, станет только хуже. Самый эффективный способ — это перевести фокус внимания с беспокойных мыслей о будущем на краткосрочные планы и переключиться на дела, которые есть прямо сейчас. Сегодня, завтра, на этой неделе. Да, мы не в силах просчитать, сколько денег нужно отложить на непредвиденную ситуацию, но можем отправлять на счет 10% с каждой зарплаты и вскоре иметь финансовую подушку. Это уже снизит тревожность по поводу денег. Беспокойные мысли будут появляться даже в благоприятные периоды, но можно научиться расценивать их как сигнал сосредоточиться на той или иной сфере и себя подстраховать. Не подпитывать тревожные мысли вниманием, усиливая их, а переключаться на события, которые происходят в жизни прямо сейчас. Лучше сконцентрироваться на настоящем помогают дыхательные техники. Давайте же приступим. Сядьте, пожалуйста, в любое удобное положение и прикройте глаза. Положите руки на бедра. Вдох. Потянитесь вверх за макушкой, выпрямляя спину. Выдох. Расслабьте плечи и нижнюю челюсть. Сделайте несколько спокойных, глубоких вдохов и длинных, растянутых выдохов. Дышите ровно и постепенно замедляйте дыхание. Теперь отпустите контроль над вдохами и выдохами. Не пытайтесь сделать их лучше и глубже, а просто наблюдайте за естественным процессом дыхания. Отметьте, какие ощущения в теле на вдохах и на выдохах. Уведите фокус внимания с дыхания и сосредоточьтесь на физических ощущениях в теле. Как вы себя сегодня чувствуете? Не анализируйте,
а просто отметьте это. Понаблюдайте, какие звуки вас сейчас окружают. Тихие или громкие, далекие или близкие, фоновые и монотонные или прерывистые и разные. Сконцентрируйтесь на звуках, но не анализируйте их. Сейчас не важно, какие они. Эти звуки просто есть, и мы за ними наблюдаем. Обратите внимание, как вы сидите. Почувствуйте положение тела в пространстве, где вы находитесь относительно стен или любых предметов. Ощутите точки соприкосновения тела с опорой. Какие ощущения внутри тела? Чувствуете ли вы тепло или холод? Какие на коже? Возможно, вы что-то ощущаете в мышцах. Покалывание, щекотку или легкость. Отметьте это. И наблюдайте за тем, как прямо сейчас чувствует себя ваше тело. Ничего, если в какой-то момент вы заметите, что отвлеклись и, возможно, уже думаете о чем-то другом. Это совершенно естественно. Нам свойственна беглость ума. Но с регулярной практикой концентрация будет лучше и лучше. Заметив, что вы отвлеклись, просто верните внимание к физическим ощущениям в теле. Осознайте устойчивость и стабильность выбранной позы. Понаблюдайте ощущения в разных частях тела, в руках, ногах, осознавая то положение, в котором они находятся. Признайте присутствие всех ощущений в этом моменте. Управляйте фокусом внимания, плавно направляя его от одного ощущения к другому. Замечайте, как ощущения меняются от момента к моменту или наоборот, остаются неизменными. Не пытайтесь на них влиять, просто наблюдайте с интересом и добротой. Теперь снова вернитесь к осознанию себя в пространстве. Где вы находитесь? Ощутите себя в моменте здесь и сейчас. И мысленно спросите, что тревожит меня прямо сейчас?
Отметьте это и продолжайте ощущать свое присутствие в пространстве. Понаблюдайте, сможете ли вы сохранять ощущение присутствия в моменте при появлении тревожных, беспокойных мыслей. Мысленно визуализируйте, как в голове появляются тревожные мысли и страхи. А теперь посмотрите на это со стороны. Не прогоняйте тревогу, просто наблюдайте за ней. Неважно, откуда эта эмоция, она просто есть. И эта эмоция не вы. Прямо сейчас вы наблюдаете тревогу со стороны. Вам не нужно прогонять мысли или пытаться их скорректировать. С каждым вдохом и выдохом просто постарайтесь создавать для них больше пространства, чтобы любые мысли и переживания могли присутствовать в сознании, а вы могли их наблюдать. А сейчас спросите себя, что в жизни для вас самое важное? Какая это цель? И визуализируйте, что ваша цель — это огонек, который становится ярче и больше на фоне тревожных мыслей. Цель разрастается, светит и наполняется цветом, затмевая собой тревожные мысли. Они, напротив, становятся почти прозрачными и постепенно тают. В итоге в вашем сознании остается лишь цель, ваше искреннее намерение. Теперь отпустите любые мысли и верните фокус к наблюдению окружающих звуков. Что вы слышите? Переведите внимание на тело и ощутите его положение в пространстве. В завершении поблагодарите себя за сегодняшнюю практику, за ваше время и усилия, а когда будете готовы, не спеша откройте глаза. Попробуйте переводить внимание на дыхание всякий раз, когда появляется тревога. Говорите про себя: «Я делаю вдох, я делаю выдох». И постепенно удлиняйте каждый следующий вдох и выдох. Уже через 3 минуты тревога снизится. Бороться с беспокойством